Рыбница новогодняя. Вечером становится по-настоящему волшебной. Как будто попадаешь в новогодний Лондон или Париж. У рыбничан свои варианты. На США. Россия. Очень похоже, очень красивое такое новогоднее настроение. Все сверкает ночью особенно. У меня больше сходство с Россией. Там тоже так все светится. Наверное, больше ассоциируется с Парижем. Потому что он также ярко светится. Также красиво смотрится со стороны, даже если снимать сверху. Новогодний Нью-Йорк, как раз смотрел один дома. Воронеж мне оно напоминает новый сейчас, вот когда там понаделали тоже всего. Мне напоминает город Тбилиси, их центральную площадь. У нас тоже помимо елки есть много украшений. Год выставлены шарики. И это напоминает в огоньках все, как в Тбилиси. Наверное, на Париж. Ну, все ярко, красиво. Очень все так и изысканно прямо. Он не похож никакой. Он самый красивый город в Европе. На площади аромат хвои, в Рыбнице елка живая, новогодняя арка мерцает огнями, а фонари с имитацией настоящего пламени добавляют шарма. Инстаграм заполнили сотни сияющих кадров. Больше всего мы делаем селфи у арки, и фотографии получаются очень даже неплохие. Ой, очень красивая елочка, она прям вся сверкает. Да, и там гирлянда очень красиво светится. Очень красивая. В этом году живая лучше всего. Особенно. С украшений, игрушки, гирлянды очень красиво светятся. Делаем селфи, когда это вот возле елки за вечером, возле фонтана, который сейчас сделали на площади. Нравится арка, где написано «Рыбница». Там больше всего света, и там больше всего делают фотографии. Мне понравились круглые скамейки в скандинавском стиле, потому что очень часто из окон кабинета я наблюдаю, как здесь гуляющие мамы с колясками могут присесть, посидеть. Ребята назначают встречи, школьники после школы иногда сидят здесь, разговаривают. То есть площадь стала не только местом, где можно сфотографироваться, но где можно назначить встречу, посидеть, полюбоваться. Пока не хватает только одного новогоднего аксессуара – снега. Но и дождь по-своему хорош. Площадь после дождя выглядит очень красиво, потому что она становится более романтичной и более красивой. Отражается свет, гирлянд. Возле этих фонариков видно, как капельки воды попадают на землю. Очень красиво. Даже без снега, во время дождя, вот многие, наверное, видели в интернете фотографии, очень красиво все отражается, все блестит. Новый год – это мой самый-самый любимый праздник. Даже я люблю его больше, чем свой день рождения. Впрочем, на следующей неделе снег, возможно, будет. Синоптики обещают. К этому времени Рыбницкая площадь станет ярче. Новые арки у фонтанов тоже украсят гирляндами.